Так, чуваки, всем привет. Ох, как лампа ребит-то. Мини у меня тут складик такой, значит, набираем сегодня нейтрализатор ржавчины берем. Так, газ нам не нужен. Скотч нужен. Сейчас возьму скотч. Вот он, скотч берем. Берем удаление старой краски. Что еще нам надо? Так, это у нас тут брызгалка там. Там что-то есть. Ладно, с брызгалкой разберемся потом. Так, дальше. Нам нужна кисточка. Короче, едем по Рогину, нам не выварить. Нужны диски. 4 отрезных и один шлифовочный. Шлифовочный. И болгарку я свою беру. Беру свою болгарку. Вот так вот. Короче, купил профиль 60 на 60, уголок 25 на 25. Будем делать силовые пороги на Ниву. У меня вывалился один порог там, когда покупал, не досмотрел. Поэтому мутим свои пороги. Погнали к Сереге в гараж. Так, пока грею чайник, термос с собой сделать. Вот он стоит. Труба 60 на 60 и там же уголок 25 на 25. Все в процессе покажем и расскажем. Еду потихоньку к Сереге, отзвонился, ствол мой торчит. Короче, 60 на 60 и уголок. Надо аккуратненько ехать. Тут не особо-то привязал хорошо, но ехать недалеко. Серега ждет. Погнали. Так, я уже у Сереги. Моя самая главная миссия выполнена. Я налил себе кофеечку. Сейчас будем пилить порог. Как-то так. Короче, порог и с этой стороны умер. Вовремя я собрался делать. Водительская сторона тоже мертвая. Ну, что будет, красота. Короче, сняли мы крыло. Машина, по-видимому, до меня красилась на продажу. Я потом покажу на крыле. Но обработано вот под крыльями, хорошо все сделано. А пороги сказали нам до свидания. Но сейчас будет новые, скажут. Бонжур. Будем сейчас импровизировать, короче. По весне это все будет обрабатываться, разбираться по новой, крылышки меняться и так далее. Импровизация началась. Короче, будет интересно, еще покажем. Короче, значит, что? Все объясняют, что вот от двери, ну там есть кромка такая, надо отступать 2 см. Но так как у нас мертвый порог, и мы сейчас бахнем посередине, а дальше уже будем подгонять под профиль. Живой порог. Да. Короче. Только что послал нас нахер. Да, мы вот. Да. Ну, усилитель жив. Цел, орел. Точнее, жив, чем мертв. Теперь сейчас будем его срубать, да? Рубить. Сейчас Серега на моей практикуется, а потом я вам, пишите, дам вам номер, приезжайте, он будет вам пороги варить из профтрубы на любую машину. Я, кстати, видел, как на Калину делают. Я на десятку видел, как делают. Че удалили мы порог? Сейчас вот это, наверное, зачистить все надо, да? И сейчас будем слушать болгарскую музыку. Поедем, болгарскую музыку, ага. И дальше будем примеряться. Так, вот так выглядит порой старый. Красота. Серега дорубает первый порог. Точнее, остатки от него. Такая кромка. Будем чистить и сюда. Единственное, что надо будет центральную стойку обходить вот эту. Вот так вот. Так, друзья, отмерили мы 1,5 метра, значит, профтруба. Здесь вырез 3 сантиметра. Здесь на всю длину. Это чтобы, как он, лонжерон, да, стойки, вот он, обнять. С этой стороны также 3 сантиметра. И ширина вот этого лонжерона встает идеально вообще сюда. Так, вот, в принципе, порожек на месте.
теперь это будет все обвариваться и обтачиваться, а внутренняя кромка делается новая из уголка 25 на 25. Мы, короче, потихонечку тут делаем. Ты-ты-ты. Тут новая кромка. Где она есть? Я не вижу. Вот она. Из уголка. Вот так. Шик. Облагородит швы. И можно все покрывать защитной защитой. Всеми делами. Защитной защитой? Да, защитной защитой. Это боди. Бодя. Еще пушка. Вот это кромка, блядь. Короче, поддомкратили мы уже в порог, чтобы здесь заварить вот это все, привести в порядок. Домкратили сзади, и перед оторвался. Подняла полностью машину в пороге. Падай! Вот так вот. Так, друзья, время, блин, 2 часа ночи уже. Даже больше, наверное. 2:30. Мы сделали только один порог, и он грязный, как свинья. Перенесли мы второй порог на завтра, потому что мы просто очень уже устали. Нет сил, блин. Очень много нюансов. Подгонки вот эти все, плюс там начало дальше выгнивать, короче, латками там накладывали. Дно вообще живое, живые дно, а вот пороги и вот эти вот все дела, ну, то есть, как бы сейчас это все переваривается, и потом это будет все где-то подшпаклевываться, где-то что-то, и потом, короче, подготовка к покраске бронекором. Конечно, родные пороги было бы, если бы все это деталями вваривалось, было бы быстрее, поэтому, ну, делаются силовые пороги, чтобы можно было взять хайджек, вытянуть себя. Короче, первый день подошел к концу, завтра с утра опять приезжаю к Сереге, будем варить второй. Надеюсь, второй будет побыстрее. Ну и приеду я пораньше, я сегодня приехал после обеда, и поэтому так долго провозились. Вот, все, погнали в завтра.